В Генеральной прокуратуре состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику узбекского языка. В его рамках состоялась церемония награждения победителей конкурсов по знанию языка, проведенного среди работников системы. На мероприятии говорили о роли родного языка в укреплении независимости и государственности, духовно-культурного развития поколений. В целях популяризации узбекского языка по инициативе Генеральной прокуратуры с сентября до середины октября текущего года среди сотрудников органов прокуратуры были проведены конкурсы, в частности, эссе на тему «Тиль миллат козгусы» – «Язык – зеркало нации». В рамках районных, городских, областных этапов приняли участие более 1000, а на республиканском – 100 представителей органов прокуратуры. По его итогам были объявлены имена победителей, которые отмечены дипломами и сертификатами по различным номинациям, а также памятными подарками. Обозначены конкретные задачи по защите государственного языка и проведению надзора законодательных норм, связанных с ним. Проведены мероприятия прокурорского надзора касательно исполнения государственного языка. И я не ошибусь, если скажу, что проведение конкурса, в частности, эссе на тему «Тиль миллат козгусы» и достойное награждение победителей стимулирует нашу деятельность. В ходе мероприятия ряд сотрудников органов прокуратуры и представителей различных организаций награждены памятными знаками прокуратуры Узбекистана 30 лет. Творческие выступления поэтов и писателей дополнили праздничную атмосферу.